Внимание! Данное видео может содержать сцены кровавого и жестокого насилия, пропаганду гомосексуализма, алкоголизма, табакокурения, финансовые пирамиды, нецензурные выражения и брань. Поэтому оно не предназначено для просмотра детьми и лицами с неуравновешенной нервной системой. Все, все тут, я пошел запускать, да? Подожди, пока не запускай. Сейчас, подожди. Да ёлку! Сейчас проведем небольшой эксперимент. Проведем, пошли вон отсюда. Блять, не надо! Я знаю, что вы хотите сделать! Что вы там делаете? Блять, охуели, блять! По-моему, её утопили. Утопили наш? Да, там уже труп на дне, наверное, поискать. Всем привет, с вами Готика и с вами Сократ. Не пожалей царского лайка, подпишись на канал, подпишись на группу, следи за новостями, все ссылки в описании. У тебя сраная пони, ты посмотри на ее размер, Герч. Да я куплю себе потом. Ты, что это за пони у тебя? Ты ногами до земли достаешь, что ли? Вы в 6 лет бежите? Это что такое? Две умеешь? Два пистолета. У меня только один. Пиздец. Но ты можешь его потрогать. Все, пацаны, сейчас будем доставлять. Может, ты мой потрогаешь? Блять, нет. Может, случай не надо? Ребят, все, я закрываю тикет, короче. Вот это прикольно, анимация сделал. Что это было? Я прыгнул на лошадь и рестлингским приемом я положил, короче. Я слишком, видимо, много рагу съел. Или недостаточно много. Ну раз я лошадь раздавил, видимо, слишком на рагу залегал. Может... Он упал с лошади, а лошадь с ним упала. Тебе надо было это. Не, я не. Я и говорю, значит, все вы идете на повозку, если там повозка, вы ее взрываете. Если там взрываете ее после этого, я создаю новую миссию и ждем мешки. После того, как мы выполним мешков, мы идем на баунти. Делать себе баунти. На баунти будет четкая страта по захвату удержания цели, чтобы мы никого не просрали. Самый главный у нас будет Герыч по телеге. Серега, не тупи и не сдохни. Всем остальным надо будет захватывать цели при помощи лассо. Я, соответственно, руковожу процессом. Вопросы есть? Вопросов нет. Рагу можно кушать? Конечно. Оно уже остыло, кушай. По мне кто-то шмальнул. Смотри на лошадь. На лошадь смотри. Лол. Ну правильно здесь. Там как спереди, да. Тот едет спереди. Серега едет, все нормальный человек. Коза. Охуен. Боже, как это красиво.